Мы были очень встревожены, когда узнали, сколько людей в Казахстане пострадали от паводков. Многие люди потеряли свое жилье, домашний скот и так далее. Мы хоть далеко находимся, хоть далеко живем от Казахстана, но мы душой и сердцем всегда с вами. И быстрейшего восстановления всей стране. Каждый казах, казахстанец помогал, отправляя свои денежные средства, помощь пострадавшим. Проживая в Европе, мы всем сердцем сопереживаем случившейся трагедии. В свою очередь, от нас мы хотим организовать благотворительную ярмарку и перечислить, естественно, все собранные деньги на помощь пострадавшим.